Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении наркоторговца, который организовал преступный бизнес, наладив торговлю гашишным маслом. Факт противоправной деятельности приморца был подтвержден в ходе реализации оперативного мероприятия «Контрольная закупка». Кроме того, в результате следственных действий у гражданина была изъята крупная сумма денег – 4 миллиона рублей, добытых преступным путем. В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом Б, части 3, статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Максимальные санкции статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Олег Завьялов, новости на 8.